Е-е, всем привет, с вами канал DH Play Games. Продолжаем играть Dishonored, дополнение Нож Донвала. Так, и что у нас в прошлой серии? Нас выебали. Нас, наша же сокамерница, наша соучастница, наша напарница нас предала. Да-да, так, это что? Это карта основной игры, да, сюжета, походу? Или типа что-то? Нихуя непонятно. Так, нам надо бы залутаться где-нибудь, блядь, да побыстрее. А, торговое здание. Жироварня. Где-то там мы были здесь. Ворота Радшора. А, что еще? Предполагаемое логово сектантов. Где-то здесь, где мы находимся. Хорошо, так, нам бы надо на туре где-то облутаться, блядь. Похилиться. А то у нас нихуя нету. По-моему, что-то у меня не сохранилось. Мне нужен навык, 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 навык. Надо амулеты поменять. Вот так вот надо сделать. Думаю, сейчас мы будем топовым чувачком. Так, а теперь мы можем находить всякое говнище. Ну-ка, надо сохраниться. У нас реально же сейчас она ёбнет, блядь, опять. Мне надо как-то подлутаться. Мне где-то лут найти. Лут мне надо. Лут, мне нужна хилка. Мне нужна хилка, мне нужно все. Блядь, я... Вот так, что-то зеленое, что-то... Что-то там-то... Почему это зеленым горит? Это типа чел, что, живой? А типа наш братанчик, да, лежит? Бля, маны нихуя, если мы сейчас подойдем, нам пиздец. Ну пиздец, как мне проходить эту игру? Мне надо уровень заново начинать. А если я мины установлю... Я в натуре, я сейчас мины просто заранее установлю, где на том месте, где она появится. И она сдохнет, нахуй. Я вам базарю. Блядь, где-то хилки же были. Хорошо, что урон не нанес. Я бы, блядь, сгорел очком. Очко же может у меня сгореть, да? О, крысы. Так, крыс я боюсь, нахуй. К ним я не буду. А могу их съесть, блядь? Там можно было их как-то есть. Вообще, ебать, чё, рука, нахуй? Охуеть. Так, это что такое? Опачки, опачки, опачки. Хоть что-то, нахуй. Чья-то конечность... Еще чья-то конечность. А что у нас по минам? Три мины есть. Пистолеты не особо дохуя. Гранат тоже не особо дохуя. Блять, с пистолетом мы не справимся. Я не умею пистолетом особо пользоваться в этой игре. Тут тоже крысы, блять. Ладно, похуй на них. Давай зайдем похуй. Не, не нахуй. Попозже мины расставим. Сейчас сначала дом еще обследуем. Я все обследую, все. Костяной амулет, ну-ка я костяной амулет давай возьму. Может он что-то мне даст. Почему я его не взял, кстати? Я что, умер тогда? А, наверное, я умер тогда. Призвано сильно носить больше урона. А я смогу, например... Чего ассасины горят желтым? Кто-то объяснит? Их можно похилить как-то или нет? Опа-на! Нашел что-то зелененькое. Опа-на! Опа-на!
Бля, охуенно, охуенно. Так, здесь можно ману подлатать. Заебись. Трофеи. Нельзя больше взять боеприпасов. Почему? Опа, да. Ключ Дауда использовал. Так, так, так. Нихуя больше не вижу. Это кто? Это кого мы ищем, да? Так, это что? У этого чела я знаю вроде как. Это все, кто сдохли, да? Это когда успел сдохнуть. Это когда успел сдохнуть. Опа-на, вот там что-то зелененькое лежит. Так, как много всего оказывается здесь есть полезного. Блядь, чел прям на мою... А, пистолет мне нельзя взять, мину больше нельзя взять. Бля, так-то я мину могу сейчас сходить, установить и взять новый. Бля, как много здесь всего, оказывается, валяется. Я как это пропустил-то все. Я ж что не залутал-то? Как это, блядь? Как это? Как это я пропустил-то столько? Сохранится. Все, больше ничего нельзя нигде взять. Пойдем мину установим, короче. Я думаю, игра будет благоразумна ко мне. И, по-моему, эта тварь где-то вот здесь вот появляется. Наверное. Давай еще вот сюда ловушку ебанем. И ебанем-ка мы ловушку вот сюда. Ебать, можно взять больше. Похавал. Блять, зачем я хилку использовал, если мог похавать? Блять, ну пиздос. Блять. Амулет? Еще что-то с ним. Нельзя взять трофеи, хуёво. Опачки, а там чё? Пули? Хилка тоже, блядь, охуенно. А удушливая пыль нахуя мне? Так, еще рано, еще рано, еще рано. Я где-то мину уже видел, да? Я где-то видел мину, 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 мину. А теперь можем, в принципе, идти туда. Какого хуя? Блять, а чё, какого хуя? Нахуй обратно поднялся. Я чё, долбоёб?
Все, пизда и нахуй. Я просто минами сейчас ёбну и все, и гранатами. Ей смерть нахуй, блин. Я вот точно не помню, где она начнет атаковать. Бля, ну так нам можно еще ловушку ебануть. Куда-нибудь вот сюда ее увести. Хотя у меня здесь еще проход есть. Здесь? Здесь я сам получу еще урон. Вот в чем, блядь, вероятность того. Пиздюлиться могу сам. В этом прикол. Я смогу призвать ассасина, наверное. Так, что пожелаете? Давай убьем оставшихся. Давай их арестуем. А если мы арестуем, интересно, они на нас нападут? Ну-ка давай, мы ж выбрали убить, нихуя не изменилось. А если начнем арестовать? Ну-ка давай пробуем. Может, нам придется ни с кем бороться? Ага. Ману быстренько полечили. The overseer leader is dead. Сейчас она появится. We gave his body to the river crusts. After you freed our men, they routed the remaining overseers. We control the commerce building again. They were planning a larger assault, but this group of overseers attacked early, without the others from the abbey. Where's Lurk? I'm here. I was held up. The overseers had us trapped. Так, загнали в ловушку. Так, она на мине стоит, нет? А вон мина моя лежит. Everything is falling into place. Though I'd hoped the overseers would be capable of finishing you in one try. Overseer Hume was just a little too ambitious. Fortunately, I still have one card left to play. Lurk? Sorry, Dowd. But you knew this was coming. Even if you didn't think it was so soon. You've been slipping. Ever since the Empress died. It's my time now. Your little empire's вот тварь, сука, она стоит почти на мине, почти на мине, сука, ошибся, блядь. На полметра, блядь. Quiet, Delilah. You're right. But I'm going to show respect. Я тебя сейчас ёбну на мине просто. Давай, 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 блядь, она стоит на мине. We'll do this properly. Тварь, нахуй, конченая, сука. А я могу ассасина призвать? Хуя себе она, бля, гадон. Бля, тварь, сука, взорвись. Охуеть, я пулю ухры... Блядь. Ебать. Сука, давай. Давай. А хуля она не взрывается на минах-то? Гандонище сраное, блядь. Спалинская тварь, нахуй. Блять, я, ебать, я увернулся-то от нее. Блять, видали, сколько у меня, блядь, этих способностей-то есть на самом деле? Так, 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 изгиб времени. А хули изгиб времени-то не работает? А хули мина-то не работает? Все, что ли? Оказывается, так просто. Сбили Лерк, покончено. Хорошо, так, you дальше once что told будет? Me Billy Lurk was your finest pupil. Да, лучше его fast and strong with a sharp mind. It's no accident she was the only woman you ever trained. And she proved even more ruthless and deceptive than you thought. Да, вот сам я такому научил. But she was no match for you. This is why in a city of horrors, parents will scare their children with the legend of Dowd, the knife of Dunwall, who never chose sides, who preyed on the city's lords, who never swore fealty, who brought down overseers, once even an empress. I wonder what the final chapter will be. О, да, это показывается на сюжет. What happens to scary monsters? Что с нами сюжет? Ага. In the end. Мы его пощадили. Пройти дополнение за Кнайфом Домом при высоком уровне хаоса. Чего, блядь?
Ага. Что значит высокий уровень хаоса? Ладно, ребят. Подожди, что это, титры? Или что-то еще интересного? Блять, эти мясорубы, это пиздец просто. Стрёмная такая хуйня была. Ну прикольно дополнение, мне понравилось. Вот такие дополнения должны быть в играх. Они тоже сейчас делают всякие скины, всякая хуйта. Вот это вот прекрасное дополнение. Для студии Arkane это просто похвально. Ну, точнее, они всегда так делают, что похвально. Прям Deus Ex напоминает, только в другом сеттинге эта игра. Надо будет когда-нибудь BioShock оценить, ни разу не играл в него. Ладно, пропускаем это. Так что, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.